Девчонки, привет! Меня зовут Дарья. Сегодня хочу продемонстрировать свою новую покупку в интернет-магазине Naomi24. Это разбавитель для гель-лака, который эффективно восстанавливает структуру загустевшего гель-лака. Честно говоря, очень долго боялась его покупать, так как перевести сильно не хотела свой любимый цвет. Но сейчас я ни чуточку не жалею, что приобрела себе это средство и очень им довольна. Что меня заставило приобрести это чудо? Однажды я купила гель-лак в интернет-магазине Naomi под номером 165. Вот он так выглядит. Это он уже после разбавления средством. Как видите, после разбавления лак хорошей структуры. В меру он, я бы сказала, даже не густоватый, и вот как... Хороший для работы готовый лак. Цвет очень приятный. Розовенький, номер 165. Вот так он выглядит, и через некоторое время он мне показался густоватым в работе. Я считаю, что он стал густоватым из-за того, что я 3 недели ей не... 3 месяца, вернее, ним не пользовалась, он у меня простоял, возможно, из-за этого он загустел. После чего именно этим средством я спасла свой любимый цвет. Вот так он выглядит, моя бутылочка со средством. Очень интересная она. В состав этого средства у нас входит этилацетат, дистиллированная вода, а также парфюмерная композиция. Средство у меня 100 мл. Достаточно долго его хватает. Также расскажу вам о применении этого средства. Как видите, по капельный дозатор у нас расположен на крышке флакона. Вот так он выглядит. Как раз он позволяет, не проливая ни капли средства, привести в порядок загустевший гель-лак. Всего лишь понадобится 2 капли разбавителя и тщательно перемешать бутылочку с лаком. В принципе, это и все. Моя рекомендация. Если вы новичок или уже профессиональный мастер ногтевого сервиса, вам обязательно нужно иметь разбавитель, который можно купить в магазинах Naomi. Рекомендую, покупайте и пользуйтесь с удовольствием. Вот так еще раз покажу. Вот все вы можете почитать. Состав, сроки хранения. Такая хорошенькая бутылочка. С вами была Дарья. Всего хорошего.